Ладно, вы пока трошлитесь, я, наверное, ролл пропили забыли, потому что мне это помогает. Чего на койл нету диминишинга? Что за пиздец? Да вообще пиздец, нахуй, говно ебаное. Мы помутились немножко. О. Чалька, такой скилл ауешный был, убрали на какое-то дерьмо. Фуриха вот это 104. Это? Ладно, после рейда. Да, на форуме тему хочу насоздать по поводу тюрьмы этого рода. Что там не так? А, за эти, за квадратики? Да не, за шок четверки менять там раз в неделю где-то условно. И чтобы поправили ебаную дымку. Это дебаф? Ну да, который мгновенно появляется. И чтобы не было сокрушающего удара во время лезвия. Ну, пиши, может, ты изменишь это. Вообще лучше бы вырезали все нахуй способности там. Чтоб просто пришел маньяк побил, блядь. Не-не, я тебя понял, там именно, короче, дымка, она появляется, типа, должна появляться дебаф, после дебафа вешается, типа, такой на человека, типа... Вернее, на человека, что дебаф, после окончания дебафа при человеке появляется лор, потому что имелька должна разносить. А там бывает момент, что дебаф не вешается, а мгновенно появляется вот эта дымка. Либо и... практически всех что-то, ну... Думал, скажем так. Кто на станке? И когда идут лезвия, вот эти ебаны, идут, бывает момент, что бывает сокрушающее во время лезвия, типа. Ты типа выйдешь лезвие, условно, и один путь тебя отбрасывает тебя на противоположную, если ты неадекватно стоял. 90% РДшников отбрасывает. Отбрасывает, по-моему, только в десятке, да? Она да, только в десятке. Короче... Танчат, а пока у FDK уфловок трусователь. Уфловок будет на трэше, лиговайс от пока у трусователь на боссе. Первый танчит на пока, потом идет трусователь и последний лиговайс. Блять, Андрюха, ты рыбу не скинул, да? С этого. Ну, блять, я потом скинул. Эй, банк не скинул, ничего не скинул. Дайте столик. Сейчас я рыбу поставлю. Вам, блять. За фласками кому? С фласками... Возьми лиговай из ДДшной фласки. Определенно за этими... За ДДшными. РДДшными. Смотрите, кто на метках стоит. Ну, тактику вроде все здесь знают, поэтому рассказывать не буду. То на метках кто-то нажимает кубы АП у Легвайза. Кастам теперь. Кресту сбивает АПК, у квадрата сбивает Легвайз. Бенни Бенаси сбивает Луне. Ромбику сбивает Мистер Бонд и... Потом Трусам последний сбивает Юмакс. Первый. Этот Мастан дает ATX от бесам, потом его отдает и трусователь последний волну. Если что. Рыбка есть? Я уже поставил рыбу вон здесь стоит. За сундука. Возле сундука. Готовность на пол. Да и че за сутка была? Ничего за наперсток.
помаленные просажу. Все, заходите все. Да, я Маше дам. Ну, удачи тоже. Играйте по черепу. А у... без ауешки точно играю. Быстрее убью. И залп стрел тьмы убиваем. Раз. Да. Ой, залп стрел тьмы. Исцеление тьмой дня. Да, да. Хотелось бы ответить. Потом добьете череп, по следующему черепу играете. Сами, если чего, я там с твоего аккаунта сидел на Украине. А, может быть из-за этого. Ну, потому что я по-другому не зайду. Не, не вопрос, может быть, меня ты переключил. Ну да, ты зайди, это просто выбери другую локацию. Это не вопрос, Андрюха, я больше говорю, что я не понимал, почему он пинг большой. Вроде нормально стало. Добьете череп. Потом еще один череп поставил. Там тоже лох был. Тут у всех лох хп добивать. Големов можете не бить, чтобы тринки может такого откатиться. Просто айкаш. Геру. Геру скула. Тут босс появится. Да не разряжайте тринки. Че убью? У меня уже разрядились. Кто начинает танковать? А пока. Я. Че ты ебанутый пошел, блядь. Да, если честно, я чуть-чуть подглючиваю. Кто-нибудь, ну, финт большой. Кто-нибудь стойте, вот до креста на всякий случай. Продать. Да, и возле луны тоже, потому что я писал, что я не уверен, что мы залагаем. Лера, Лера, давай ты луну страхуешь. Войки ты постахуешь просто. Подлагивает. Буду стараться брожать. Тоже не звать. Это следующий танк заберет, будет портал. Приготовьтесь. Изморский инер по скибиди. Скоро будет. Будет вспышка, приготовьтесь. Через 3 секунды. Вначале, точнее, портал, потом вспышка. Стражи центральные прожали, отпустили. Грипайте по одному. А, у нас два ДК танка, поэтому когда не танчите, а пока давай грипы любого. РДшники играйте пока по, тоже по любым мобам, только смотрите, не сорвите. Все. Поставил череп. Смотрите аккуратно. Все играют по мобам, мобы по приоритетам. Следующего леговая сгрипнута. Тоже поставил череп. А пока тоже грипай любого. Да у меня что, КД 3 секунды. Нажми любой таунт, человек. Все, побежал. Потеряйте. Череп поставил. Так, Маша, отдай иннер, как откатится по скибиди. Наверное, часть взорвал. Все, и последнего добивайте. Вспышка через 6 секунд. Последнего грипните. Там, Андрюх. 5 стражей эти. Пожали.
Отпусти. Сейчас я забираю? А, не, сейчас не я собираю. По очереди забирать гриб, гриб. Есть гриб? Тихо, гриб есть у кого-нибудь из вас? Есть. А, не, я забираю. У меня есть. Это гриб. Вчера поставил новый в банке. 4 дня и готов будет. Вообще не смешно, да. Так, хрипал без маны почти. Иннер из морской каткатится на хрипала с гим. Хрипала может гим нажать на маны. Так, фаза 2, смотрите, босса не переведите. Хотя можно переведить. Смотрите, не умрите. Меньше уешьте, больше по мобам играйте. Сейчас будем переводить. Одного гриппайте, мобы. Ну чё, я сыграйте, все, отдайте массы, вы в крест выбежали все. Андрюха тоже беги к нам. Добейте вначале череп. Два моба. Продолжайте так же танчить, как танчим. Смотрите, чтоб бужу. РДшник, идите, помогите добить и уфолога пройти. Геголас, что на тебе он должен сейчас быть, Андрюха, блядь. Ну, он перетаунтил. Русователь, нажми массей. Русователь, нажми массей. Так, сморский, закинь Иннер по Алону. Николай Сумер, Бэр. Блять, Русователь, ну если ты, блядь, поломал очередность, значит твоя, блядь, надо забирать. Ёбаный сыр, блядь. Ну это 2 минуса уже. И БР по бокалу, так кто там отдал. Морс. Показывает и Фолок, и Маш. Я забрал, я забрал, я забрал, я забрал. Я танчу, потом пока после меня. Все, массивы по КД отдавайте еще. Катится, давайте, проще будет делать. Да. Машка, откатится Иннер по Эли зальем. Красователь, Андрюха... ты отлетишь в лужу, повернись спиной. Спасибо. Блин, душа, я штанчу. Да я на всякий случай забрал, то есть, блин. Ну, у меня КД, мы в один момент забрали. Ладно, я заберу. Да я забрался. Давай. Андрюх, все, у нас нормально все. Забираем. Блять, как допингует, а? Думал, жена вначале работает, блин. Трусователь. Андрюха, сейви. Не, нормально. Там, пятай. И твар, походу. Так, Маска полностью без маны. А ты, это, там, короче, который паладин от ИК или от ИК, или от ИК, закинь возложение вон. Без маны, помню. Я сейчас заберу. На королей прыгай в сову, из моцки прыгай. Поставьте, пожалуйста, сразу телепорт. Я бы хотел вот обратиться так к Энлиту. Энлит, ты у нас не РДД. 141 тысяча только в мобов набил. Просто, блядь, уже это бесит, блядь. Тут бегаешь, бьешь, блядь. Минус, а, нахуй. Минус, выебать, пацану. Блять, вот у него по мобам, блять, 141 тысяча, блять, у Чмыги нахуй 1 300 000. Залет.
Просто, блядь, кто-то стоит, просто себе наслаждается, блядь, а кто-то бегает, прыгает, как дурак. Согласен. Почему как дурак, да? Согласен. Ну и да хер с ним. Просто я много замечал, блядь, вот из хантов только чмыга, блядь, и капонил, блядь, делай то, что надо. Сумка как будто это нужна. Да, сумка. Сумка. 20 слотов, да, она как ледяная сумка такая же. Ну, может, кому-то нужна, поэтому спрашиваю. Это если перса только что создал, у тебя сумок нету, ну? Все, пойду перезайду, пока меня суманете, меня, то, блядь, пиздец лагает. Андрюха, прыгнешь еще раз, если не забыл, в сову. А этот из Марски танк. Женя, идите у Хелкова квест был, не забудьте квест сдать и взять новый. Напомню. Чтоб не проебались. Кого квест? А ты мне не давал за целкану ДК, кстати. О, спать или нет? Я не могу это проверить. Войт, проверил у тебя в журнале? Есть? Не, я вижу. У меня нет ЕПС, я же помню, сколько у меня было. Так у тебя не было в целкану. Ладно. Тогда вы танчили синдром, типа, ну, у вас начал синдром. Там топор был, я видел. Да, Звончик лес. Саня, не хочешь здесь похилить? Все равно... Все, ладно, бей. В танках Яговайса пока у изморки трусователь также стоит. И меня суманите в лес. А мы думаем, что это изменится. Зря. Че, я этого Ома подержу, да, тогда? Нет. Ты пожирнее добывай, да. Ты будешь. Да, ты будешь двух держать, а. Ома держит топчики, понял. А что, тебе надо что-то с королей, Даня? Запы кому-нибудь нужны еще с королей? Ватные. Могу уступить место. Нет. Кому-то нужны эти запы? Монти.
Анька Батик, наверное, в Хилас пекнутся, да? Если Саня Батик в Хилас пекнутся, Женя, прыгнешь туда, в Лена. Народ, извиняюсь, со мной нету. Срочно отошел. Да, Женя. Чайник залил. Тыкайте, тыкните. Женька, прыгай в Лема, короче. Я добегу, квест дам. Прикинь, у меня квест не взялся, да? Не взялся или не сдался? Да? Не сдал. А ты подобрал? Не, я сдал квест и нажал, типа, короче, это... Понял? И типа, Женя на самом мире, нажал взять квест, нажал камень, и квест не сдался. Чё-то я нихера, если честно, не понял. Ну ладно. Он не взял, не взял квест. Типа, который был на руля, я нажал, типа, окей, его принять, он не принял. И я нажал камень. Я думал, что квест у меня есть, я смотрю, у меня квест. Ну, и еще раз, пока мы... Это, беги, бить. Мы пока трэш будем бить. Все, пошли бить, трэш, иди и за квестом беги. Я могу, можешь принять сумму, я тебе поставлю этот... Сколько могу поставить? А не, я уже беру обратно. Да, иди, подождем. Погибели-то нужны. Блять. Ладно. Ты мне на мышку что поменял, Андрюха? Что мне на мышку теперь стоит? Не знаю. Пусть знает, да? Короче, горно и дриня. Снизу там где-то какая-то. Целение сбивайте, короче. Я уверен, там, короче, понял? У тебя там есть кнопка макроса пробинжена, которая кричит там. Андрей самый лучший в мире нахуй. Ты просто об этом не знаешь. Что тебе надо было сделать, сука? На единичку. Ледяную стрелу надо было, да, приклеить. Отвечаю, Боб, заеби. Андрюха самый лучший в мире, да. Дадите ближе, чтобы этот моб не рывок не давал кастеру. И под лицо к нему не заходите. Блин, надо реально будет сделать бинт на какую-то кнопку. Короче, трусователь на собаках, пока будешь... А пока будешь в этом... В дамагере, Даня держит. Звездочку и печеньку. Звездочку запоминаешь, косты сбивай. Женя тоже запомни звездочку. Будешь иногда помогать косты сбивать. На декурсе определенно приоритетом первую пати, Марсель вторая, Локсар третья, СИ четвертая и пятую хилу там по декурсе приоритетом. Потом друг другу помогаем. По каличу. Так, ставьте шкаф. Полога сумонить. А пока он в ДД прыгай. Что вы за квесты делаете? На подруги. В смысле, а пока в ДД? Прямом. А пока в ДД ты будешь Олма держать. Нихуя себе! Это я пришел вовремя. Милики, играете по Олму, собак игнорируете. Эмобой с тебя будет красноясно Олма, когда он активируется. Когда активируется печенька, милики, можете тоже играть. Но когда он докачивает каст, убегаете. То же самое, когда киллер активируется. А у кого-то есть фласки ДДшные? Да. No. А сейчас опять мне хуйню будет тыкать, блядь. Иди сюда, блядь. Засуните пола, бро. Поставь шкаф на мобай. Паша, поставь шкаф.
Мы будем быстрее с Монти. Мобой. Паша, мобой. Пошел нахуй. Ты я бонду давал. Он занят, не видишь. Мобой, поставь шкаф. Пошли, лучше выйдем с уманем нахуй. Это полгода будет эта хуйня. Пошли, блядь, выйдем. Мобой, блядь, поставь шкаф, ёбана. Пошли на выход одно тело, блядь. Пока он вот, придёт. Вот, всё, уже поставил. А ебать. Если б не поставил, минус получил. Сдобали, блин, их кажется, потому что на каждом... На каждом боссе просто, на каждом. Всё, давай, ребаф. Андрюха, можешь жрать начинать. Бэтик, пульсанешь, когда будешь готов. Да я не скликнул, я готов. А пока он готов? Да нет? Да. Три. Все. Да, да. Все танки. Это для танков, все стоите, чилите в карте пока. Пока не поставят и не активируется какой-то. Тиглера на пол Визморского. На пол Ренджеста. И Милики тоже можете идти. Бить Тиглера. Не все только. Собаки тоже должны встать. И на пулы отдайте. Тиглера надо бить и отбегать, когда он докачивает. Агрессию. Маша, дай ему БР. Смотри, по 50 тысяч хуярит, что такое, блядь? Это как? Что? У меня сова по 50 тысяч хуярит. А там ж подняли это СПД. Капнули троху. Бля, это что? Да я сошёл. Стой отбегать, ё-моё. От Киглера отбегал. Даже ты топ-3, топ-4. У меня сова по 40 тысяч хуярит. Топнули, блядь. Андрюха, дай БР по Эли. Типа глаза играем. Забудь, забери Киглера. Изморский. А, тебе звездные войны, понял, критовый постоянно. Да нет, ты так его не удержишь. Я уже сорвал слепоглаза. Подбеги к слепоглазу. Да как ты слепоглаза? Сорян, сорян. Я долбоёб. Я по крошу играл. Это факт. Блять. Но это не. Крошка, кстати, по рейду бьет. Забери, Даня. Каст под конец собьешь. Андрюша, у тебя бывает, у них это были, типа, эти, обилки. По-моему, играйте все, дайте Геру. Собак, отведи, трусовать. Ебать, ты это отвел нахуй, трусовать. Все нормально? Да ебаные сырники вы, блядь. Сователь, ты отдашь массейф и отдаст нас леговать, если что. А у нас КС стал у меня, то есть, когда мы умрем. Там мы умерли. Короче, давайте все массейвы. Сейчас давайте Элон трусовать или Андрюха. Да где не тут, блядь, ебать. Напугал. Я тоже на всякий случай отдавал. Я молитву сбью. Ты его бьёшь, блядь. Да что ты его нахуй бьёшь? Киглера играете, по Киглеру играйте. Так это он. Ой, блядь. Что, Саня устал, что ли? Чего? Не того бьешь, что ли?
Бля, ты говоришь хилер, бить и пиздишь, сука, этого лома. Бля. Ой, блядь. И Марсес тоже, бля, вы чё, называете? Как Чивин был, не пиздец. Так да, ага. Топнули по Хитлеру. Кроша, выносить, приготовьте. Паладин, который АТК, или как там, как правильно, не знаю. Возьми огонь и КГЗ ТВ отдадите. Слава гимн, если что, нужно, чтобы накопаем. Отдай огонь, Эва. Ну, значит, он нажмет. У него есть. Приготовились, отдали массивы. Слава гимн нажми. Прохил. Стопнули по крошу. Андрюха, залей и нарпаэли. Вас там Мишка обгоняет. Кто-то дамажит стал. У него просто единственный посох есть. Нормально. А можно печеньку в подарок, блядь? Нет. Войду. Понял. Блять, у меня в двух спеках не апнутые нихуя, блять, ебашу. Дикие. О, мы добили. Пошли. Все. Собаку веди просто трусовать. Собаки по рейду. Дикурсы. Помогаем. И вы все идите потом на звездочки восстанавливать ману. Милики сейчас тоже играть будете по мобам. Что, кого мне забрать? Забери звездочку и отведи немножко от печенья. Нема. Через 4 секунды активация будет. Если звездочка активируется, хилы убегаете. Отбежали. Будете отхиливать. Милики, можете идти звездочку бить. Кто больше 6 косарей бьет. Маша откатится и нарфо. Да, танк второй свали, потому что тупо отхиливает. Я тебе попал, я пошли. Пока. Больше 60 тысяч бьет смело, просто оставайтесь и бейте, он ничего страшного, он красит. Вас прохилит. Здесь не надо отбегать, просто бейте. Кто больше 60 косарей. Стопнули. Урон, паски по глазу. Крош. То же самое, милики, только под конец каста бегаете. Что шотнет вас. Живые бомбы с рейда выносите. В РДшников живые бомбы не несите. Массейф отдаст трусователь, если что, и КГЗ. Бля, не восприимчивость, кстати. Поисус. Говори, если не открываешь, если молитву.
Не, я думал, что воздушение кикнет, понял, а оно не кикнуло. Дайте тотемы какие-то на ману, бля. Ну то. Андрюха, закинь инер по Эля. Скоро будет каст через 5 секунд. Отдавайте массивы. Прохил. Стопнули по крошу. Супоглаза добейте. РДДшники, точнее хилы, можете на печеньке ману восстанавливать, стоять веточками. Только по 200. Синюю джагу. Изморский, как сможешь, отдашь БР по мистеру Бонду. А пока... А, ты там с ДДшником. Присылайте, иди по день, смени изморского. А тут этот... Изморский. Даст БР по мистеру Бонду. Иди, дай мистеру Бонду БР и бафу. Что-то интересно, первый раз под ложным я не умер, а второй раз умер. Ну, критануло. Нет, там еще какой-то пламенный доспех дохуя, по 3000 бил. Все, отбежали силы от печеньки, мелики. Можете бить печеньку. На пулы только отдайте по КГЗ. Не сорвите вам. Так ты прочитай дебаф он на нем. Вот этот пламенный доспех. Не сорвите, папа. Иметь живые бомбы выносите из рейда, алё, жал. На пулы по ГГЗ отдавайте. Киргиза. На короля... Для мистера Бонда Геру отдашь скидки движения. Милики, не подбегайте к королю пока. Сейчас закончит каст. Все, можете идти бить. Андрей, дай ВР по Юмаксу быстрее убьем. Вставай, Юмакс. Бетик, отдай ему Геру. Перебахнуть его. Кто напишет сейчас сам Саня лох? Это мы стрелки. Бля, блядь. Вы должны подождать 8 минут 19 секунд перед тем, как говорить снова. А за что мне дали бут? Лол. А ты спамишь в белый чат, и там понял, типа, короче, кто-то Макса его дал, кто-то тринкет, то есть какую-то хуйню. Я понял. Надо, короче, это отключить. Дерьмище. Ты сделаешь, чтобы улететь здесь спамил, тут уже в рейд, понял. Угу. Сейчас через 2 секунды Гера откатится. Дайте Геру еще одну. У кого есть свобода. Андрюха дальше в танк. Да не, оставайся на КГЗ, тебе ничего не надо. Сейчас хек закинется в миликов. Задиспельте мозги с полсвала, да. Так. Давайте, Даня, в танке. Трусоватенько ГЗ оставайтесь тоже в танках. Андрей в ГД прыгнул. Запы как раз упали, кстати, Даня.
Че, пробегаем? Пробегаем дальше. Никого не бьем, просто пробегаем. Пойти прыгай обратно в своего пацана. Женя в хила. Диванчик только дайте. Так, может, пускай дек станчит, и все, я по вставе побью. У нас совы же нет вроде. Ты танчи, они пусть под лицо бегаются, пока он легалайся. Тут же сейчас без петов бьется. Будет проще. У нас что, медиков не хватает, что мы под ебало должны идти. Хватает. Хватает, вон, все первая, вторая пати как раз. Все медики. Все под лицом будут. А кто выжил, сейчас будет без Геры со старта. Ничего страшного. Главное убить. Сейчас РДДшники не... Ну, можно из Москва на уфолога поменять. Вот. Уфолог будет танчить босса. Таня, ты будешь приоритетом закрывать левую часть. Трусователь закрывает дальнюю. Когда дальняя падает метеорит, будешь закрывать возле мобов. РДДшники не втыкаем, тоже закрываем. Ставлю рыбу. Так, первая, вторая пати. Все знаете, что делать? Нет. Быстрому раздавишь. Он... Сходите по барам. Крест для вас поставил. Все должны все ошеломляющие удары ловить в кресту. Когда он кастует адский удар, ваша задача под квадратик убегает. Все. Обязательно. Чуть бафов мало. Похуй. Лапы нет, скорее всего. Сиш, кинь мне в пати, блядь, Иридара. Легалайз, закинь мне, блядь. Лука нету, пахан. Вместо роги какого-то. А дайте кулак, Андрей. Вы можете трусовать или, я не знаю, вместо шамана? Пожалуйста. Че, шаман в пати надо? Ой, чего не хватает? Готов. Вы все в уфолога. А, я не могу говорить. Андрюха, дай ДБМ. У меня ассиста нет. Да, да. Это так как медведь, дайте ему вначале поставить, не врывайтесь. И все РДшники не втыкайте, следите за этим. Давай, Гер. Не, не у всех там уже сдыхало много. Скоро будут руки, приготовьтесь, руки позакрывали. Обязательно все руки должны быть закрыты. Стоп. Адский. Дай диван. Ну, у меня подбросил, я не мог двигаться. Почему кто выбежал из-под лица? Еще раз, для тех, кто не понял, что здесь делать. С первой, вторая пати вы всегда босса бьете под лицом. Всегда. Когда я вам сказал выбежать, туда выбежали в квадрат. А так всегда бьете под лицом. Абсолютно всегда. Так адский был, я выбежал. Сел, в центр, быстрее в центр иди. Сейчас босса скулишь. Ну, приток адский кастует, надо убегать, правильно? Да.
Ну, так все, только что-то убило так быстро, что... Там мы все ебалом проторговали просто. Решите по одному человеку. Под лицом первая, вторая партия, кто забыл. БТ-тест с убиением, маг, мистер Бонд, агрессив, не давай сапока, ватрикс, АТК, юфолог. 10 человек должны стоять, ловить урон. Он кастует адский, когда все нормально, на 100% ярость, энергии. Резать их голов вначале, которые могут хилить. И резать. Вон, Элгу еще резните, Скибиди. Кто далеко за боссом лежит, можете встать за сумоним. Нет, ты в танке КГЗ и ловишь руки. Ты ловишь вот эту слева пять. Вот, тут. Трусователь ловит справа. Когда справа пойдет метеор, он будет ловить на возле выхода, а ты останешься слева ловить. Приоритетом. В мелизоне закрывают хилы по очереди. По всему радиусу РДДшники. И в мелизоне еще изморский закрывает вместе с хилами. Сразу по герою всех будет, кроме мага. Кау. Шо? Вставай, давай. Так мне реснули последнего. Лучше я, потому что стоит последний. Ты раз что-то говорил, что грубо сломали или починили его. Ты ничего там не ломали. Его сделали правильным, каким он должен быть. Поставь эмобой шкаф. Надо зашимонить двоих. Джипса сзади. Давай. Да, и почините сразу все. Пашка, эмобой, вставь шкаф. Блять, ну вот почему всегда с вами так сложно лопнуть? Вставьте шкаф. Значит, локом надо 50 ЕП давать за шкаф. А рогом за напол 50 ЕП. Ну, по возможности. Все, дайте ребаф по варам, по ВКшникам. Да и в принципе тут не хватает бафа еще. Касок не хватает. По рогам тоже каску. Никому каску еще не хватает. Варам инту баф надо. Ну, каски раздайте до полетели. Это так долго. Варам инта не нужна, они так умны. Обязательно, чтобы 10 человек было. Сейчас, походу, не 10 человек было. Или какого-то он сложил. А пока вот ты с червями играет? Нет. Не доебёшься, не доебёшься. Не, ну просто стаков у него 20 было, блять. Он, походу, кого-то ёбнул. Я вообще не понял, почему он адский начал кастовать. Весь человек должен свалить оскорбляющим. 10 стаков должно быть. Да, нормально. Руки скоро будут, приготовьтесь. 21, нормально. Лучше больше, чем меньше. Он адский сразу будет кастовать. РДшники, забейте на урон, главное, скрывайте руки. Ошеломляющий.
Закрыли руки. Я забегу, может, сейчас. Ладно, давай. Следующий я так сделаю. Скоро будут руки приготовить. После ошеломляющего почти сразу. Выбегает усыватель сегодня. Руки закрыли. Молодцы. Через 4 ярости будет адск. По буревестнику из морск Нинар. Плюс Маша. Тоже можешь не понять. Через 3 ярости. 2 ярости. Будет еще один ошеломляющий, скорее всего, автомат. Или может быть сразу адский. Будьте готовы убегать, если что. Все, после ошеломляющего сразу убегаете. Убегайте. Вернулись на место. Вернулись. Руки закрыли. Я также должен 10 человек ловить. Закрыли. Бежали. Хорошо. Через 4 ярости будет адский. Будет. Скорее всего, следующий будет это адский. Пока стойте. Но большая вероятность, что адский. Готовьтесь убегать. Бежали. Вернулись. Скоро будет ошеломляющий. Закрыли. Динацкий будет, скорее всего. Руки. Хорошо. Давай, ИП, я полетел.
Блять. Ну, Андрюха, напомни, как там эту хуйню отключили с ИП. А пока мы в пизде. Вот чуть-чуть. Я уже говорил, не забыл, как сам отключить за ИП, которая в ладони. Переключить лут, потом обратно. Сейчас начально надо сделать. Не понял, что просто бесит. Ты по табличку вылазишь, что? Да, 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 да. Добыча. О, все, включить, наверное, выкуп. Так шо, Саня, да? Скажи и все. Сейчас напишем. Начислилось там или нет? Нет. Ничего не начислилось. Пришло. А с Азеронией еще отдельно начислим. Давайте печеньку сразу, чтобы не ждать. Ну, нет, здесь нет парир. У этого босса нет парир, поэтому без разницы бить морду, не морду, если нет какой-то привязанной обилки к спине. 11. Да не бинащий. 14 бетик. Раз. 14. 2. 14. 3. Кидает бетик.